Певец признался, что ему крайне тяжело дается разлука с ребенком. Порой он не может найти нужных слов, чтобы объяснить девочке причину отъезда. Николаев уверен, что время, проведенное с маленькой Вероникой, самое ценное для него. 4 года назад в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой произошло знаменательное событие. Супруги стали родителями девочки, которую назвали Вероникой. После рождения ребенка, певец стал больше времени проводить дома и посвящать себя воспитанию малышки. Николаев часто радует поклонников видео и фотографиями с участием маленькой наследницы. Артист не раз отмечал, что дочь стала для него настоящим смыслом жизни. Каждая разлука с ребенком для него очень болезненная, особенно если учесть тот факт, что Вероника сама не рада отпускать папу на работу и часто просится поехать с ним. Николаев признается, что иногда ему приходится выкручиваться, чтобы девочка не расстраивалась. Почитатели артиста восхищаются его подходом к отцовству и надеются на скорейшее пополнение в семье. Недавно поклонники «Звездной Читы» даже заподозрили супругу Николаева в беременности. Однако Юлия опровергла слухи, сославшись на плохо подобранный ракурс фотографии. Проскурякова убеждена, что сейчас не время для рождения ребенка. «Я не беременна, мне нужно закончить институт в данный момент, поэтому пока не планирую детей», — ответила певица всем неравнодушным. Также артистка рассказала, что начала заниматься воспитанием дочери еще до того, как та появилась на свет. Проскурякова решила привить малышке любовь к песням отца и постоянно слушала их, пока была в положении. Именно этим Юлия объясняет сильную связь между Николаевым и дочерью. «Когда я была беременна, то слушала наши с Игорем песни, Вероника их любила очень, сразу затихала. А классику не слушала, живот ходил ходуном», — вспоминала певица в программе «Привет, Андрей». Напомним, что для композитора Вероника стала второй дочерью. У певца есть наследница от первого брака, 40-летняя Юлия Николаева, которая долгие годы проживает в Америке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!